Пожарно-спасательной академии выбирают первую мисс. Конкурс талантов как подарок многочисленным защитникам Отечества, курсантам и преподавателям. Все очень взбудоражены, все поддерживают, все болеют. У нас 10 участниц, и мнения разделились, но каждый выбрал свою фаворитку, и каждый болеет за нее. Все поддерживают, соответственно. Пожарно-спасательная академия по большей части мужской вуз, но и девушек здесь тоже немало. Учатся и служат они наравне с парнями. И самое главное, погоны не делают курсантов менее женственными. Для меня это несложно. Я всегда мечтала поступить в эту академию и делала все, чтобы меня взяли сюда. Меня не смущает ни формы, ни погоны, хоть и говорят, что это мужское дело, но... Мне это нравится. Эмили учится на первом курсе. Сегодня она в традиционном кавказском наряде. Готовится поразить жюри танцем. На сцене самый главный враг конкурсантов – волнение. Справиться с ним уже половина успеха. Оставшаяся часть – талант, с которым проблем у прекрасной половины вуза нет. Курсантки поют, читают стихи, танцуют. Позади уже несколько этапов конкурса. Девушки состязались в кулинарии, чувстве стиля, артистизме. В каждом из этих конкурсов будут победительницы. И, конечно же, одна единственная и неповторимая – мисс Пожарно-спасательная академия. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.